Україна мала б виробляти власну вакцину від коронавірусу, тоді проблем з її постачанням не було б. І довіра до такої сироватки у людей була б вищою. Так вважають в опозиції. Вакцинацию провалили, потому что тотальное недоверие к власти, потому что 5 раз меняли дату начала вакцинации, 3 раза меняли саму вакцину, которая будет. Пренебрегли нашими советами, нашими предложениями, потому что надо было начинать производство собственной вакцины еще в начале эпидемии. Уже тогда было понятно, что это надолго и надо вакцинироваться тем, что производим сами. Не может страна 40 миллионов людей висеть на импорте, откуда-то побираться по миру ходить, да, где-то выпрашивать что-то.